Снимаю. Бойцы на середину. В этом поединке еще 9-2. Победу по баллам одерживает боец с красным поясом. Выходит в следующий круг. Бал красному. На ковер приглашается небьющий Сергей Яроков. За категорию 60 килограмм. Боец на середину. Следующий круг. На середину. Этот круг свободен. На ковер приглашается Чесноков Александр, Костерин Матвей. Две яркие бойца в синих поясах. В этом поединке победа присуждается бойцу с красным поясом. Любящий Сергей. Чесноков Александр, Костерин Матвей. На ковер приглашается весовая категория 75 килограмм. За ними готовится Вердиев. Через 2 минуты приглашается Фатик Максим Буревестник, Орлов Алексей Авангард. Димаша, за ними готовится вес выше 80 килограмм Федоров Егор, Мильченко Даниил. Голосим. Чесноков Александр, боец с синим поясом Костелин Матвей.